Всем привет! Смотрите видео, как я съездил на Гили Эйр. На здоровье! На здоровье! Приятного просмотра, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Представляешь, с кем ты связалась? С блогером, с каким ты связалась. На свою голову так все. Все еще смотрим. Встретим. Завтрака как раз уже можно и йогу нашу снять, купание. Вон тут черепаха. Hello. Fish. If you order fish, come with everything. Okay. Рыба с чем-то, с рисом. How much? How much? No, don't make the video, brother. Yeah?
Это блогер. Это блогер. Ютуб блогер. Окей. So we need the price. 200 for one person? 2%. Пришел на зарядку поставить тоже свой. Мон будет минут через 20. Я посолила воду. Посолила? Да, сейчас мы туда выжмем лайм, у нас будет супер полезно. Соленая лаймовая еда. Давай крупным планом. Так. Зарядку. Я знаю, теплая вода с лаймом, но да. То, что она соленая, она становится очень вкусной, чем говорится. Мне нравится вкус. Можно попробовать? Она очень горячая. Потом? Очень горячая. Нет. Очень горячая у меня потом. Но можно ее чуть-чуть разбавить, но тогда концентрация у нас пойдет. Так. Я медитирую, не отвлекайтесь. Сначала йогу, потом мы тебе даем рапу, и мы пошли снорк. Например. А где? Здесь? Жара. Жара. Здесь жара, ребят. Да, надо придумать что-то. Я уже вся в сомнении. Вот, смотри, окаменелость. А вот это вот можно использовать в качестве украшения. Вот это коралл. Не самый лучший вариант. Есть в разы прикольный. Работа на камеру, пошла. Понятно. Работа на камеру. Продолжение позвоночника. И так сказать, на спину, она прямая. Копчика до макушки. А коленочки уже сгибаются под пепель вашего макушки. Со вдохом уходим в планочку. Вот ладошки представятся сегодня. Планочка. И с выдохом мы опускаемся в чатурангу. И поднимаемся в кобру. Ну, кобра, но мне неудобно. Посмотрели на левую пяточку, на правую, посмотрели на левую. Еще раз посмотрели. И с выдохом уходим обратно в собаку. С вдохом правая нога идет к ладошкам. Руки вверх. Я забыла. Ты правда? Ты что, не пробовала до сих пор? У меня не было такого ощущения. Просто надо вдуть, еще хорошо. Голос за кадром. Очень много зависит от состояния человека, который делает. Он такой супер спокойный, вообще такой. От состояния, который делает? Конечно.
кто делает? Он же передает свою энергию. Правый же заходит. Он же не заходит. Человек, который передает. Тебе надо быть проводником людей. Надо быть кем? Проводником. Так я и так провожу. Мало кого проводить, надо больше. Мало кого. Вот видишь, поэтому нужно мне что? Проявляться. Даже меня? Что, даже тебя? Да. Крапе нужно свое собственное согласие. А я пока не согласен. Да. Хорошо, каждое утро по-разному. Так, даже хоть и йога рассвет, но каждый раз. Сегодня даже и в новой компании никто не был. Я была вообще одна. Прикиньте, я такая ушла. Дошла и молодец. Да. А то план отменяется, план фигня. Какой? Как он там? Ну тот, кто смотрит. Да, да. Вот это же меняется. Ну хорошо, появляется кто-то наблюдатель. А не то, что кажется, а наблюдатель появляется прям физически. Латем, манюш, мама! Вот и в шести, да, такая? Хочешь какую-нибудь мяско себе? Мяско? Нет, наверное. Что мяско? Да. Супермаркет. Супер. Кстати, смешно. Так, бананы у нас на завтрак будут еще. На верхней части, на третьем глазе и повыше. Но ты интуитивно или ты знала, что так можно работать? Так, а я давно в практиках. Основная тема всех практик – расслабить тело. Что, гвозди? Расслабить что тело, потому что у нас психика и тело все взаимосвязаны. Все события какие-то эмоциональные, они записываются и в теле, и в психике. И записываются в теле зажимами и блоками, а в психике записываются либо нейронными связями, либо тоже блоками. В сфере, например, ты не видишь какого-то
варианта решения или не понимаешь другого образа мыслей, потому что заблокировано. И когда работаешь с телом, оно одновременно. Расслабляешь тело, расслабляешь психику. Ты на массаж Гоша ходила? Гоша? Это же лицо? Нет. Да, Гоша. А ну, скребу Гоша. А, ну не обязательно, чё? Но это этим именно скребу. Знаю. Я чувствую себя супер крутой. Морские живности. Мелко. Это у тебя скидочка своя персональная есть? Муночная. Я думаю, что нет. Муночная. Но надо бы замутить. Муночная скидочка. Очень похож на какао. Я не ела его со времен Таиланда. Короче, по-настоящему чилить люди умеют только на гиле. И термин немножечко искажен, правильно говорить? И до Ламбока. Да? Это наш транспорт приехал. Это за нами приехали наши. На здоровье! На здоровье! Yeah. Черепаха! Черепаха! Пока-пока! Здесь трава! Hi! Thank you! Enjoy your trip, yeah? Yeah, we will! Thank you!
Благодарю за просмотр. Напоминаю про лайки. Всем пока. Идите. Идите на камеру, проходите. Давайте, идите. Просто мимо камеры, мимо меня. Идите, идите, идите. Дим, ну иди, что ты встал? Что такое?